несмотря по сторонам, несмотря на свои достижения, мы идем глубже, мы идем глубже. Мы не хотим быть наблюдателями.
хотим быть в Тебе. Мы 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 хотим быть в Тебе. Быть в Тебе, Бог. Быть в Тебе. Thank you.
единственное, что я прошу, Господь, заполняй собой, пусть Тебя будет больше. Пусть Тебя будет больше и больше и больше и больше. Он расширяет свою церковь, Он углубляет. О, у Него нет предела, у Него нет глубины, у Него нет ни высоты, Он не объемный. И Он хочет это сделать внутри нас. Внутри нас. Это никто в нем, знаете, часто и думал, может, тот виноват, или я что-то не так делаю, или я что-то со мной не то. Бог говорит, я углубляю тебя. Я углубляю тебя. Чтобы Он вошел. Чтобы Он вошел. Как Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но ему заняло очень много времени, процессов, чтобы он в конце жизни сказал это. Бога становится больше, нас меньше. Он углубляет нас, углубляет, углубляет. Благодари Бога за эти процессы. Благодари Бога за эти сезоны, за это время, когда Он углубляет тебя для себя. Углубляет тебя для себя. Совершенные сосуды, но в Тебе мы совершены, только в Тебе, когда Ты в нас, и мы в Тебе. Господь, дай нам никогда не забыть, кто мы вне Тебя. Твою реальность, Бог, небо на этой земле. Ты обещал, Ты обещал. О, Господь, Ты показывал. Иисус, мы верим, мы стоим твердо на Твоем обещании. Мы верим, что наши глаза увидят Твою славу. Иисус, что не зря мы проходим то, что мы проходим. Не просто так. Ты соединяешь свое тело, ты соединяешь подобных, ты соединяешь голодных и жаждущих.
Тебя. Ты готовишь наши сердца, Ты расширяешь наш дух. Иисус, ты подготавливаешь платформу. Ты подготавливаешь платформу для Твоей славы, для Твоей силы. О, Иисус, мы предвкушаем Тебя. Мы предвкушаем славу Твою. Мы увидим это поколение в огне и в славе, и в силе Святого Духа. Мы увидим молодежь, горящую Твоим огнем. Мы увидим наших детей, безумно влюбленных в Тебя. Иисус, мы увидим это поколение. Мы увидим славу Твою. О, Господь, влеки наши сердца, расширяй, углубляй нас.
Спасибо Ему за Его присутствие. Спасибо Ему за то, что Он здесь. Проси Его углублять Тебя еще глубже. Знаете, враг христианству, враг даже огненным людям, которые встретились с живым Богом, это фамильярность с Его присутствием. Это ты знаешь. Все знаешь, ты все переживал, и ты не ищешь большего. Нет вот этой жажды, ненасытимости, голода. Знаете, для меня это самое ужасное, когда, знаете, вот это вот «Аллилуйя, все хорошо, все классно». И оно постепенно уходит, вот это, знаете, вот эта искорка вот эта. Когда ты помните, когда вот действительно, когда Бог коснулся вас, вы пережили Его, и вот эта вот жажда, вот эта страсть, ты не можешь без этого. Я понимаю, знаете, есть суета, жизнь, работа, это естественно, но главное — это не терять этого. Знаете, враг — это вот эта вот фамильярность, знакомство, что все, знаете, ты знаком. Тебе все понятно, все хорошо. Ты в крутой церкви, ты в присутствии Божьем. Все хорошо. Знаете, это самый огромный враг вообще любой церкви. Любой церкви. Любому движению. Это самый большой враг. Я молюсь, чтобы здесь этого не было. Чтобы здесь мы были огненные, горящие. Знаете, преследовали Бога еще больше, несмотря что Бог здесь делает. Знаете, люди приходят сюда, и, знаете, мы привыкаем. И это как бы, с одной стороны, хорошо, что для тебя уже ты не... Но с другой стороны, знаешь, но иногда люди, кто-то приезжает из других стран, из других штатов, и заходят сюда. То, что для нас привычно, для них это просто шок. Они, не знаю, мурашки по телу, и у них вот это... Они с первого шага, вот тут только вступили, их сразу накрывает. И реально, даже за них никто не молится, еще прославления нету. И иногда, знаете, отвыкаешь от этого. Я прошу Бога, для меня это сильно, для меня, знаете, как можно сказать, чего я боюсь, это потерять огонь, потерять страсть, потерять... Знаете, стать, знаете, знакомым с Его присутствием. Знаете, уже настолько ты близко с человеком, знаете, когда ты уже настолько познакомился с человеком, для тебя ты уже можешь там, и уже там Леха, Серега, там, или еще уже пошли эти фамильярности. Именно мы с присутствием Бога можем делать то же самое. Может произойти это самый огромный враг. Помазуха! Все круто! И ушло вот это, знаете, вот это, как сказать, благоговение, вот это вот, знаете, я не знаю, как по-русски, но звучит как-то по-колхозному. Этот reverence, вот это like awe, вот это, не знаю, по-английски как-то красивее и лучше звучит. Что ты восхищен, ты удивлен опять новым, знаете, тебя, знаете, легко удивить, можно сказать. Я вот это состояние я хочу всегда иметь, что Бог меня может в любой момент удивить, что я уже, видел, исцеление, что там исцеление, я это видел, вот это переживал, знаете, и ты уже, Бог такой уже там молнию с неба сводит, а ты, и это видел. Знаете, это огромный враг церкви, огромный враг живой церкви. Я не говорю сейчас за религиозных, мертвых церквях, там, где Бог вообще ничего не может делать. Но, как ни странно, в тех церквях обычно больше молитвы громче, люди жаждут больше. Как ни странно. О чем мысль моя? Чтобы мы не переставали просить Бога углублять нас, расширять нас. И вот эта страсть и голод, чтобы Он всегда пребывал, чтобы Он был в этой атмосфере, был над нами.
Я всегда говорю, это магнит. Это магнит. Это как мед и пчелы. Пчелы на мед, они тянут. Благословляю вас. Пусть будете еще более голодными, более жаждущими по его присутствию, по нему. Аминь.